знает то, что не знают другие. Видно, там кот. Учат дети. Педагог. Я не знаю. Я слышала в мультике такое слово. Я не знаю, что делает педагог. Все кроме насекомых они изучают. Грибы, которые съедобные и несъедобные. Педагоги – это когда снимают, допустим. Говорят людям, сделайте то, сделайте это. И они одевают перчатки, чтобы проверить пыль. Есть там пыль или чисто? Или на кровати чисто? На кровати, если перышко, значит грязно. Девочек, мальчиков учат, чтобы они были умными. За то, что они какие-нибудь уроки сделали, им ставят оценки. Они пишут примеры и задают разные сложные слова, алфавиты. Читать заставляет. Они учат детей писать прописи. Стараются, чтобы дети не вели себя плохо. Они добрые, умные, веселые. Красивые. Если что-то не получается, он помогает нам это делать. Помогает, если мы чего-то не добиваемся, он помогает нам это добить. Помогает воспринимать информацию. Правильно задавать вопросы, правильно находить на них ответы. Разные стишки дает большие. Свои знания отдает ребятишкам, чтобы они были таким же умными. Это твой воспитатель как бы. Учит людей быть самим собой. Ну и в общем очень хороший человек. Человек должен быть хорошим, добрым. Он должен быть добрым. Добрые. Добрые. Часто не ругаться, помогать детям. Если что-то не получится у ребенка, сразу не выгонять, а помочь. Строгие и как? Ну что, вот заниматься интересно и как? И строгие, и как? Хорошо объясняет. Чтобы он мог подсказывать на контрольных. Ну и еще, чтобы он был добрым. Честно ставить оценки. Иногда должен смеяться. Когда мы что-то не то сделаем, он нас не ругает, а что-то просто говорит, чтобы мы это в следующий раз исправили. Ты не можешь что-то вот сделать, он всегда подскажет, он всегда поможет. Он очень добрый, он рассказывает все очень подробно, что мне всегда понятно, что он говорит. Если у нас низкая оценка, он может чуть-чуть прибавить эту оценку. Помогает учиться. Он не кричит, объясняет все спокойно, понятно, вот, чтобы это была девушка и блондинка. Учитель, который мне нравится, он должен быть умным, он должен быть честным, справедливым. Мне нравится, чтобы учителя были немного строгие. Ну, не слишком строгие, чтобы уже так сразу прям в угол и прям ремнем начально сделать замечание. Если ребенок дальше так продолжает, то уже надо наказывать. У нас сейчас классная руководитель Лариса Алексеевна, но мне кажется, что она у нас идеальная. Она очень веселая, она добрая, умная. Она с нами иногда тоже шутит. Она, конечно, немного строгая, но как бы если детям все разрешать, то как бы ничего не получится. Мы не будем думать просто. Мы расставимся слишком и будем только на двойке учиться. Она добрая, очень любознательная, у нее очень много знаний, и с ней никогда не скучно. Учителя, привет!